Итак, в общем, ладно, всем привет, с вами, как всегда, Дезертир, со мной Гарент, как в прошлой серии, по идее. Я не знаю, получится ли у нас пройти на эксперте еще раз, но попытка не пытка, поехали. Ну, уровень здесь решает. Да, я решил поиграть за Загару на третьем уровне. Я, честно, не знаю, как это будет выглядеть. Нам досталась относительно несложная миссия, потому что здесь... Но она довольно-таки простая. То есть мы должны просто уничтожить осколки. И они даются на время. Единственное, нам с тебя нужно будет большое количество антивоздуха. У меня, конечно, есть слепни. Я могу это сделать через них. Ну, ты понял, для топ-цели. Слушай, у меня по-любому будет большое количество воздуха. Антивоздуха. Антивоздуха, да. Вот. Но с тебя здесь потребуется, скорее всего, больше имморталы. Тем более, не забывай, что у тебя теперь открытые гиты. На имморталы. Нет, не открыты еще. А, на восьмом, точно. Я еще лох. Еще лох. Больше минералов. Чтобы победить, нам нужно уничтожить так, основные пятерка. Цели. Да. Идет стандартное развитие за Загару. На самом деле ничего сильно сложного в нем нет. Вы просто рождаете сразу по два рабочих. Рождаете. Это довольно круто. Роди. Роди рабочих. Нам нужно больше минералов. Вот. Ну и строите, естественно. Овера. Даже без овера-то. Поэтому где-нибудь вот здесь мы поставим одного из оверов. Просто наблюдать за всем этим делом. Пробуем развиться по-быстрому. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так, мне нужно тут же построить пул, я думаю. Пул у нас стоит 200. Иди в шестой пул. Что? Так. Нам нужно больше минералов. В принципе, я уже почти прокачал полностью экономику. Чё же? У неё по два рабочих за раз строится, говорю, что какой раз. Не, ну я просто когда с Зерга играл. Ну раз на самом деле это намного быстрее, чем ты делал, видимо. Не, конечно, криворукий, сильно криворукий, но... Не настолько. Ну, по крайней мере, я помню, как играть за зергов, более или менее помню, как играть за тиранов. Ну, то есть я за каждую расу знаю, как примерно играть, но ни хрена не умею. Минералов. Это нормально, на самом деле. А у меня все плохо. Побежал тут такой Зилы, и он такой посмотреть, что вообще творится, да? Да. Не, ну просто как бы я не пойду им опять... Тащите эти. Называется. Че ты с кибернетикой припоздал? Ну, такое. Невыполнимая команда. У меня есть 4 малявочки. Они нас спасут обязательно. Не знаю, мне нравится топор из зилотов новые. Да. Либо не мультиплеере, мы болгарны. Небольшие довольно-таки, да? Кстати, в мультиплеере просто так мало, ну, можно сказать, дали такую вот штучку, которая такая прилетает и взрывается. Прилетает и взрывается? Не видел? Нет. Ну, не знаю, как я видел, его используют очень так активно, но все равно это странная фигня. Тамплиеры! Приготовьтесь перехватить их. Там вражеский отряд лежит снаружи. Я знаю. К сожалению. Это не очень круто. Да, у меня есть этот. Я пальцы сейчас убью. Цыяк-ща, короче. Там, да? Вот так вот? Ну, в принципе, всегда пальцем. Шестью кликами. А, не, пяти. Двумя, да? Ну, смотри, у меня много малявок, так что я могу сейчас походить просто спокойно. Это дело, по идее, жрать более или менее. Да не. Иди пока жри эти экспанды. Кстати, тоже верно. Сейчас так раз. Помоги на центре, да? О, вот это бы я хорошо сейчас сожрал на самом деле. А кто говорил, не использовать способности, не? Ты сказал, что не поддержит идею, так что какая разница. В смысле? Я как бы просто сказал, что типа, ну. Ну да, ну так проще. Обнаружена основная цель. Мы должны ее уничтожить. Еще раз.
Приготовьтесь. Мы выдвигаемся, чтобы ее уничтожить. Так, я думаю, что еще надо... Я вечно. У меня что? Разродилась Дагара чуть-чуть. Надо на оборону поставить кого-нибудь. Хотя бы одну плетку, не знаю. Ты знаешь, типа ради фана. Наши войска атакованы. Ты это... Наши войска вступили в бой с противником. Все зерлингов поломал. Зля. Ну, главное, что они тебе экспо освободили. Наши союзники вступили в бой. Остальное это не сильно важно, правильно же? Ну, просто, знаешь, типа... Кирис-центр провел, да? Да. Вы не мои любимые зерлинги. Я еще хорошо, что у меня есть спасибо спасательный щит. Полезная штука. Часть из них выжила, да? У меня есть офигенная штука, называется массовое бешенство, и она действует как на моих юнитов, так и на всех чужих. Такой круг протосов в середине пробка. А этих зерлингов. А, в этом смысле. Знаешь, как бойцовский клуб. И опять как-то побежали к его, кстати. Враги приближаются. Ты через шифт. Клинки к бою. Так, давайте еще раз скинем. Я думаю, надо на самом деле построить будет потом еще одну пыну. В одной. Я слушаю. В одной пыну очень мало. Блин, смотри, как быстро Загара бегает. Просто жесть. На жестоко бегает. Ты же на слизи стоишь. Ну, понятно, блин. Эволюция завершена. Ты свой слизь распространяй. Тихонечко. Мне не нравится, что они сделали так, что я теперь могу на твоей слизи строиться. Ну, по-моему, вроде нет. Могу. Разве? Да. Не я просто недавно, когда играл с зергом, я думал, мне базу такой слизи строил, мне норм было. Знаешь, по-моему, щит капец тебя как спасает. Скорее он тебя спасает. Тебе вообще не приходится ничего делать. Я слушаю. О, бабирашки. Я подчиняюсь приказу. Лимит, правда, прям трындец как маленький на самом деле. 100 лимита это очень мало. Ну ты офигел. Что? Мне тут надо пилоны строить. Ему 100 лимита не хватает. Не, ну 100 лимита это реально мало. Так, а у нас тут 4 минуты осталось. Да, надо все это дело попробовать уничтожить. Сейчас у меня обирашка выйдет, подожди буквально. Требуется больше минералов. Без обирашек как-то не то. Все-таки. Сейчас. И... Все. Есть, кстати, очень жесткая дополнительная миссия. Нет, просто нужен антивоздух. Выживают сильнейшие. Мы готовы убивать. Ням-ням-ням-ням-ням. У меня бирашки что-то заблудились немножко. Мы уничтожили основную цель. Да, я не строю вообще зилотов, да? Зилотов, ну да, у меня в основном танки идут, получается. У меня, кстати, до сих пор два зилота осталось, те, что вначале были. Основная цель. Мы должны ее уничтожить. Так, я думаю, что мне нужно... С удовольствием. На всякий случай гнездо кинуть. Прокачать немножко Загару. Сделать как минимум еще два эволюшена. Хотя зачем два, непонятно. Кидаешь планы на будущее. Планы на будущее, ну да. Не, ну пока на нас идет враг, давай я стану чуть-чуть вперед. Да, давай. И начну разгаживать все-таки Рипу. Невыполнимая команда. При этом загаживая тебя чуть-чуть. Да, такую красивую базу подсел, взял, заглядел. Зерги. А, знаешь, что я понял? Этот мир падет. Я забыл про развитие второй базы. Чуть-чуть. Медиваки. Мы идем. Нет, там, по сути, пока медиваки. Эволюция завершена. Бирашкам, правда, больно, что-то больно. Ой. А бирашки вон, с подсчетами. Ну как сказать, бирашек уже нет. Я пошел. Ау! 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 Под хвост настреляли. За Гарри под хвост настреляли немножко. Вступили в бой. Юнит, давай. Ну иди сюда. Так, мне нужно ускорение раз, мне нужно ускорение два. У Загара повышенное количество ХП.
И мне нужно быстро развить вторую базу. Я про нее совсем забыл. Совсем, просто совсем забыл. Как ты мог, а? Не знаю, такое дело. Я сам забыл про свою базу. А что ты знаешь, такой сидишь спокойно так раз, вдруг понимаешь, что ты забыл про базу, и ты такой типа, ой. Черт. По идее, я ее сразу сейчас качаю, всю базу, разом. Ну, это ты. Просто смотри, нужно 15. Ребят, я даже, по-моему, переборчу чуть-чуть. Это сейчас они должны вылупиться. Обнаружена дополнительная цель. Ну, дополнительное задание. Ну, лол. 44, но они вылупились не в ту сторону немножко. 17. Да. Да, в своем репертуаре. Да. Так, не нужны вы на этом газу. Я говорю, что я переборщу чуть-чуть. Вы мне нужны на этом газу. Чё какой-нибудь один? Один, я сказал. Я сказал один. Ну а вы можете быть, не знаю, кем вы можете стать. Вы можете стать, например... Малявками. Нет. Они могут стать плеткой. Ладно, действительно, надо здесь кину строить. Я очень давно за зергов тоже не играл, поэтому не особо парюсь. Так. Черт, спен. Впервые проблема со спеном. Да ладно, у тебя что, вроде не должно быть проблем со спеном. Я пошел в Архонта. А, вон ты че. После Архонта появился пещеренный шторм. Ну такое, да. Там пока вау. Держи все это дело. Вау, вау, Архонта мне не убить, он дорогой. Так, он больше минералов. Архонт, конечно, реально дорогой. Так, у тебя есть какой-нибудь антимис? Наши союзники. Это меня так тут хорошо убивает, банши. Ну, у меня есть некоторая проблема с этим. В бой с противником. В принципе, я могу создать анти-инвиз. Так, я сейчас его делаю, но... Так, ну, пока я просто сделаю вот так. Наши войска атакованы. Тут, сейчас, сейчас, секунду, подожди, банши. Секунду. Да, буквально секунду. Что так? Просрал. Прокакало, да? Ну. Чуть-чуть. Да, у меня дофига минералов нету в спинах. У меня примерно те же самые трудности, но на самом деле у меня с этим чуть получше. Недостаточно припасов. Нам нужно. У нас 2 минуты осталось. А мы можем уже выходить, в принципе. Выйдем. Это все плохо. А, нам, ты иди пиратский корабль уничтожь, я попробую проломиться на это. Достигнуто. Не, пиратский корабль еще не уничтожил, меня завалит сейчас. А, через 3 минуты там, в принципе, еще это, есть время, потому что... Свершится. Ладно, бусты подрубаю тогда. Без вопросов. Наши союзники вступили в бой. А, вот почему мы развалились, у нас здесь танки были. Выживают. Оры, танки. Мы готовы убивать. Все подряд, здесь чего он? Я жду твоих бей воздух. Приказаний. Эволюции направляются к нашей базе. Минута. Ими. Основная цель уничтожена. А что будет, если мы не развалим? А, проигрыш КГ. Тупо КГ. А, тупо КГ? Тупо КГ. Я там, не знаю, думал, Амуна призовем. Я ладно. Блин, я думал, это против нас, это хотел уклониться уже. Нет, я вот кучу тараканов призвал. Так, бежим, 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 в обратную сторону, в обратную, быстрее, 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 быстрее. Просто вот так вот. Основная цель. Хрена их тут! Ага, я продолжу. Вскоре она будет уничтожена. Меня аж загара чуть не обгадилась. Слышь, а по-моему это как-то больно, не? Думаешь? Да, так есть чуть-чуть. Мы готовы. Я что-то взял, что не потерял. Так, ну что, ты воздух убьешься или как? Да. Союзники сейчас вступили в бой. Подожди, у меня тут проблема с войском. Наша месть. Ладно, пошел метрить. Серьезно? Без ладно, вопросов. Я приведу эту фигню сюда сейчас. Подожди, у меня был бы момент. Вот он, ой, пришел с тобой вместе.
Все, убивай эту штуку, иначе это нам капец. Я бусты подрублю на нас. Времени надо для загары достижения пройтись. Дополнительной цели. Давай. Почти не осталось. Я буст я подрубил. Мы поглощаем все. Не надо, не надо. Твоих приказаний. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Он убил моих. На самом деле там отходить надо только на моменте взрыва. А вот сейчас? Щиты! Я укрываю наши войска. ГГ. Угу. Это ГГ, знаешь? Это... Не такое ГГ. Же ГГ хорошее. ГГ для него. Как? Да. 5 минут. Ну пока нормально. Приближаются отряды противника. Готовьтесь к обороне. У меня есть как бы, конечно, но... Я не думаю, что этого хватит, на самом деле. Оу. А где там? У меня обзоры убили, да? Ага. Да хорошо. Запуск ядерной ракеты. Очень хорошо. Ты это слышал? Что? Где-то обнаружен запуск ядерной ракеты. А? Без вопросов. Здесь такое есть? Да. Обнаружена дополнительная цель. По возможности уничтожьте ее. Еще одна доп. Цель. Не, инвиз нужен быстрее сюда. А он как бы сломался. Он сейчас строится заново. Конечно, что он сломался, это очень хреново. Стоп, а где его построил уже, что ли? А где он? Что-то... Опа, я вижу тут очень хорошую штуку. И ломай его быстрее! Наши союзники вступили в бой. Как он на тебя хорошо сейчас мог скинуть это дело, да? Я не могу понять, где мой этот антиинвиз? Сложно сказать. А вот он. Почему он не считается за армию? Он не выделяется при общей этой. Да ладно. А, вот где мне скинули ядерную ракету. Где? Ну, на доп-базе, типа, да? Да. Так, я заметил, у меня чуть долларов не хватает. А, чуть-чуть, да? Такой, ой, что-то у меня лимита нет, да? Да. Я еще думаю, что у меня войска не призываются. Странно, действительно, странно. Так, у нас 5 минут есть, так что лучше, наверное, ломать осколки, да? Да, в принципе. Нет, 3 минуты у нас точно нету, поэтому да. Надо ломать полку. Все войска будут на загару призывать. У меня недостаточно минералов. Этот мир падет. Ну, как распространяться дальше. Невыполнимая команда. Так, ты не туда пошел, да? Не-не-не, все нормально. О, я знаю, как Хронта может перемещать. Можешь шарики двигать. А наверх? Нет. Там будет жестко. Нас даже встретили. А еще у меня нет копья Адуна. Мы готовы убивать. Да, серьезно, почему у тебя нет копья Адуна? Не знаю. А почему-то у меня его нет. Дела. Ты можешь проверить. Я подчиняюсь приказу. Потому что здесь не изи, более или менее. Плюс я уже все грейды сделал. Цель почти достигнута. А вот под пилоном, под вот этим, изи не будет. Здесь нас подсыпет все и вся. Без вопросов. Я чувствую, что на нас скоро нападут. Тапка норм, наверное. Мы должны подготовиться. Без вопросов. Я призываю юнитов параллельно. Я слушаю. Эволюция завершена. Так скажешь, спит жопой, пока построю базу. Основная цель уничтожена. Я скажу, если будет жопа. Я постоянно буду стараться подстроивать собирашек или еще кого-нибудь. Что, по идее, мы должны завинить, но... По идее? Не, пока норм. Не, пока нормально, да. Я слушаю. Наши войска вступили в бой. Мы уничтожили основные. Это еще что? Слышь, на меня тут такая орда прилетела, чувак. Я знаю, что же. Я, в принципе, как смог, так это убью. Так. Понимаешь, у меня здесь ГГ сейчас, да? Основная цель. Нет, еще. Нужно ее уничтожить.
Я держу. Вскоре она будет уничтожена. Потому что у меня антивоздуха такового нет. Есть. Он идет очень медленно. Нет, Квина, нет. Ну просто я, знаешь, иду так очень быстро к тебе на помощь. Недостаточно минералов. Офигеть, у меня еще загара погибла. Ладно, пойдем на доп-цель, только шустро. Шустро, очень шустро надо на доп-цель выходить. Полторы минуты осталось. Я бегу. Эй! Козел инвизник. Черт, у меня опять что ли умерли обсерверы? Нет, вот он летит. Стой, стой, остановись, я сейчас его убью. Ну или так. Время для достижения дополнительной цели. Давай, 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 давай. Идем. Нет, сюда, 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 наверх. Сюда. 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 Ну так это танкуй, пока я просто это очень медленно перемещаюсь, так черепашка. Крепилон под меня поставь сейчас. Это вот здесь поставлю. Под мои войска, да. Все, пошли в атаку. Слушай, а у нас еще 3 минуты на. Такое, да. Наши союзники вступили. В принципе, армия есть, можно. Так. На самом деле у нас армии не так-то много. Как? Моя армия, знаешь, она очень долго идет. Такое, да. Я чисто в море лингов, знаешь. Бум, сбежал. Нет! Ага. Так, бегом на этот. Мы просто, знаешь, такие бегом все выполняем, такие. Не успеваем, это не успеваем, то не успеем. Фак. Знаком. Что? Какая-то миссия была, стреляй, беги, да? Да-да-да. Так, не нужно бирашек побольше, да? Ну, блин, лимит, долбанный лимит. В смысле? Долбанный лимит загара. У нее 100 лимита всего. В общем? Да, больше чем 100 лимита я не могу построить. Почему? Ну вот так. А, ну сдвинул ты, быстро! Основная цель почти. Бегом. Достигнута. Там жопа, кстати. Ладно, когда мы дальше пойдем, врублю щиты. Нам еще дальше пойти надо. Давай, бегом, бегом, я врубил буст. Я убил твою линию случайно, через ап. Так, все. Пошло дело. Активирую щиты. По-хорошему, правда, это раньше врубить, но окей. Нам нужно больше минералов. Минута, блин! Враг атакует пулей. Я жду. Основная минута на 4 пилона, ну, в этих. Конечно. Отличный бой. Я успею, вот если бы драгоны еще были побыстрее чуть-чуть. Наши войска атакованы. Мы готовы. Наши союзники так, вступили. У нас осталось 2 пилона и 30 секунд или что-то около того. Просто все вливаем в пилоны. Все. Иной исход был невозможен. Бегом! 20 секунд! 20. Давай! Драгуны, не толпитесь! Стреляйте! Yeah! Это было весело! Третий уровень! Это весело! Славный бой, мой друг! Ну, затащили? Да. Удивление! Сдохни себе! Да, мы все-таки это сделали. Вот, у меня набор улучшений для слепки. Да, теперь я им буду. Вот, а еще у меня появляется на следующем уровне споровое орудие, которое просто жестоко.